Ты куда залез, а? Прямо в шкаф. Давай, вот сюда, не лезь. Ты чё сорвался? Что такое там? Сорвался он. Сорвался. Где он? Внизу. Вот он. Куда-то делся или что? Он упал с вас. Упал. Упал. Ну ладно, что сделаешь-то? Белый, ты что это? Рискуй своей жизнью. Ударился, да? Ну да, ударился. Об кастрюлю ударился. Ну сейчас отдохнет. И дальше лезет куда? Куда? Штурмует буквально. Давай, давай. Да вы исповадили его. Сейчас придет. Он такой есть. Вон он, видишь, что делает. Сейчас я ему скажу. Иди сюда, белый. Смотри, он за мной. Ну-ка, пошли. Ну-ка, уйди со стола. Куда пошел? Уйди отсюда. Белый, белый. Приказник. Вот так. Давай. Ой. Во! Штурмовик. Ой, давай. Давай, скорее его надо закрыть, чтобы они его не отняли. Вон он, смотри как. Это рыбка, селедка, голова вареная. Ой, какой он хорошенький вырос. А был слепыш. Вот я сейчас вставляю гвоздики сюда. И его... Нет, сюда вот так. О, пошли. А тут дырку открыли, опять холод идет. Да что вы делаете, а? Вот они ждут. Гляди, как начинается утренний мацион. Так, это рыбка гальяны. Вот он какой гальянщик. О, на, вернись назад, вон туда. Держи. Ой, тебе надо дать тоже, на. Это рыбка. Гальян. Говорили, зачем? Гляди, как они с какой радостью берут. Да не нюхай. Она через нос тебе зальет, зайдет, не через рот. Ну, это мало совсем. Что ждать-то ей? Ой-ой-ой. О, иди сюда, рыжая. Рыжая. Вот, гляди. Это 5 гальяшков дал. Ой, это и дать надо. На. Говорит, куда такой гальян идет? Вот он куда идет. Да это я сам с удовольствием съел. Ой. Картошка, вот такая у нас картошка, интересно, мелконькая. И вот сварили, почистили, а потом на противне маленько подсушил. А это вот себе взять, это Володе дам, а это мне. Вот. А это у нас что, тыкву напарили? Тыква, естественная, селедка, чеснок, лук, морковочка. Да еще и кашку какую-то Володя даст, да еще и чайник кипит. Вообще живем отлично. Мы не ругаем никаких правителей. Почему? А все равно они нас не услышат. Лучше благословлять их. Благословен Господь. Вот хлеб-то у нас какой. Из муки. Сушим его. Вот. А теперь размачиваем. Вот вообще все у нас обдумано как. А которые люди смотрят, не понимают. Не едят гигиены. Гигиена, никто не болеет. Вот он, гигиена. Что такое? Чеснок. Вот это гигиена. Вот это лук. Это гигиена. Сейчас Володя будет делить, он уже поделил. Мне дают больше всегда, потому что я больше время провожу за этим, за компьютером. Во славу Божию. Все, садись, Володенька.